Всем привет, ребята, здравствуйте, с вами Братуха, и у нас сегодня на обзоре мячик. Вот так, не мячик. Это у нас, ребята, мячик. Вернись обратно. Мячик, да? Мячик? Да, это мячик. Это у нас мячик. Это у нас, ребята, рулон туалетной бумаги. Это Братухина бутылка, с которой я пью. Спасибо подписчику, сбросил мне на бутылку, говорит, хорош сосать с полторашек, пей с бутылок. Это Братухин Powerbank. Писен брал за 1500 рублей на Алиэкспресс. 20 мАч, 20 000, да, мАч, отлично работает, прекрасно себя зарекомендовал, шикарно. Для чего я это все это, ребят, положил? Все очень просто. Ко мне пришла посылка. Как можете увидеть, она практически одинакова с этой бутылкой. Больше мячика, да, и больше повербанка. Давайте откроем, ребят, эту посылку. Рвать мы ее будем нещадно. И у нас здесь внутри посылки присутствует... Посылка пуста. Присутствует такая вот защитная пленка. Обратите внимание. Пленочка защитная. Прямо туда можно поместить какого-нибудь котенка и бросить с пятого этажа, и он не разобьется. У нас тут залеплено. Залеплено скотчем. Китайский скотч, сразу видно. Что еще, ребята, хотел бы сказать? Хотел бы сказать вам, что я открыл эту посылку. Я открыл эту посылку на почте, чтобы подтвердиться, что там действительно Black Shark 3, а не кирпич. Так что сейчас будет распаковка. Я уже знаю, что внутри, но я еще не трогал это в руках. Как бы я сверху посмотрел. Первое, что я вижу, это кулер. Кулер я не открывал, потому что проверять кулер мне там времени не было. Открываем, ребят, кулер. Не знаю, насколько нужен кулер в таком телефоне, но все-таки раз производители говорят, есть... Мы выпустили, бери. Я взял. Прямо взял с телефоном. За весь телефон я заплатил 50 000 рублей. Кулер у нас, упаковку можно всегда рвать. Никогда не понимал блогеров, которые упаковку ножичком открывают. Они, может, и с женщинами пальчиками спят. Заказал я кулер черный. Пришел кулер белый. Там аннотация. Кулер, ребята, белый кулер. Я заказал черный Black Shark. Это белый кулер. Представляете, неужели там будет белый телефон? Он увесистый, ребята, он грамм 30 весит. Он не крутится, я его прокрутить не могу, ибо некуда дуть. Смотрел, тут какая-то пленочка есть, обязательно нужно шкрябать пленочку. Целочка снялась, ребят, целочка. Долой целочка, и вот здесь говорят, что иней даже проступает. Ну, говорят, что кур даят, на заборе тоже написано, а мы потом проверим. Как это все хозяйство работает, я, конечно, хз, но вроде бы оно заряжается. И вот мы его попробуем даже включить. Он полностью, ребят, разряжен. Как мы видим, да, здесь есть выключатель, выкл-вкл. Это ножки раздвигать, да, чтобы потолще заходило. И индикатор, да, индикатор и USB-зарядка. Там внутри то ли аккумулятор, то ли... Не, вроде аккумулятора нет, он работает прямо от провода. Ну, будем смотреть. И вот что самое, ребят, интересное это, дайте я попью маленько со своей бутылки. Очень волнительный момент. Это мне дети наклеили, это не я. У меня в жопе детство не играет. И у нас, ребята, игровой смартфон. Упаковку взад. Я его вскрыл, посмотрел, что там, и охренел, ребят. Упаковка была действительно не распакована абсолютно. Black Shark 3, даже дайте я... Блин! Игрушек столько, кухонь всяких. Обалдеть просто. Бутылку сюда иди. Так, тут метраж нарисован. И у нас здесь Black Shark 3, ребятухи. Hi-Res Audio. Сейчас в камеру посмотрю. Вроде нормально, да? Тут туалетная бумага. Обязательно туалетная бумага нужна. У меня же сопли. Вот. И в итоге можно эту пленку снять. Обожаю пихать все в туалетную бумагу. Вы когда-нибудь пихали что-нибудь туда? Я постоянно все пихаю, абсолютно. Коробки там, ну, пихаю. В туалете делать нечего, вот сидишь там, мнешь. Дальше. Вот такая вот, ребят, картинка. Коробку открывать, блин, не хочется, боюсь. Хотел бы почитать, что тут у нас. Black Shark 3, 12 гигабайт, 256 гигабайт памяти встроенной. Ребята, это пиздолес. Также еще имеется email, который я обязательно потом проверю. Звук услышите? Вау! Фу! И, в принципе, звук, да, обалденный. Звук просто шикарный такой. Как будто двигатель заводится. Black Shark 3.
шикарно, ребят. Это просто пиздолец. 50 кусков плюс 5000 рублей пошлина. Black Shark. Там Black Shark, вот он. Ну я не открывал, я вот просто посмотрел. Чехол вот этот, ну то есть открыл вот так, чехол посмотрел, смотрю, там телефон. Все, мне этого достаточно. И закрыл на почте. Так, чехол какой у нас, интересно. Ой, силиконовый. Аня! Аня, ё-моё. А, забыл еще, короче, ребята, вот у нас смартфон жены, да. Я взял смартфон жены, чисто проверить диагонали, как оно будет, больше, меньше и так далее. В общем, отпечаток пальца не работает, это же жены, правильно? Но я знаю секретный код. Пам-пам-пам-пам. Да, и все, можно пользоваться, только жене не говорите. В общем, давайте всунем Анин телефон сюда. Ребят, смотрите, он полностью влез, это еще тут палец. Это Xiaomi Mi 9T. Еще палец сюда влезает. Обалдеть, бля. Он в чехле. И в чехле. Посмотрите, какие дыры. Какие дыры, ребята. Я обалдею. Он твердый. Он твердый. И можно убить. Убить можно кого-нибудь. Можно убить кого-нибудь. Убить можно кого-нибудь. Сталкера, может, кого-нибудь, а? Лево. По щам. На, лево, да. В общем, вот так, ребята. Обалдеть. Да, чехол огромный. Ну, помимо чехла у нас еще там что-то есть. Вау. Это куда клеить-то? Даже не знаю, куда клеить. Это Black Shark, блин, наклейки, да. Куда клеить? Ну да ладно, давайте жене наклеим. Вот, па-па-па. Ну да, наклички красивые. Black Shark 3. Блин, не, ну здорово, шикарно. А что у нас тут? Туалетная бумага. Все к туалетной бумаге. Все, даже это пригодится. Это чехол, это просто чума, ребят. Просто чума. Давайте телефон. Ой, смотрите, сразу все выпало. Это выпала у нас зарядка. Зарядка. Так, пленку долой, все в туалетную бумагу, пригодится. Это вот зарядное устройство у нас. Шикарно, делает, ну как обычно, да? 5 вольт, 3 ампера. Вот, видали? Что-то 27 ватт она заряжает, или 65 ватт. В общем, вот так, как-то. Написано. Ну, на заборе тоже написано, что у нас еще тут есть. Больше тут нифига, коробка пустая. И здесь у нас есть еще USB-провод. Ну, конечно, сразу открываем всю эту макулатуру. USB-провод ничем не пахнет. Это хорошо. Если ничем не пахнет, то это не вторичная переработка. Ну, шикарный, да. Это у нас кулер, да? Сюда цеплять. Вот, кулер уже подключили. Может работать, охлаждать. В общем, такой длинный, нормально. И вот, ребята, телефон. Я просто поверить не могу. Обалдеть. Офигеть. Черт, ребята, это... Не знаю, насколько у меня вот рука большая, да? Вот, он больше моей руки просто. Он с мою руку. Я обалдею. Где у него, что тут у него? Так, у него здесь слот для сим-карты с левой стороны, да? С левой стороны у него слот для сим-карт. Плюс-минус звук. Здесь выкал-вкал микрофона, наверное, или что-то там. Кнопка ресет, да, и вот игровой режим. Type-C, тоже микрофон. Два, наверное, микрофона. А, обалдеть, вы посмотрите. Надо еще бесконтактную зарядку посмотреть к нему. В общем, всю приблуду к нему прикупить. Какая есть. Камеры там. Очуметь, ребят. Это металлический корпус, скорее всего. Или пластик, не. Вроде пластик. Давайте попробуем его активировать. Включаем. Вау, нифига, завибрировал. Android, Black Shark включается. Это у нас, ребят, Xiaomi Mi 9T Pro. Просто обратите внимание, насколько он больше. Притом он в чехле. Да, давайте вытащим из чехла, если быть честными. В обзоре. То вот такой вот голубенький Mi 9T Pro. Очень понравился жене. Анечка, тебе нравится? Почему? Почему тебе не нравится? Ну, говорит, ей не нравится этот телефон. Странно. Но у нее уже, я не знаю. Вот для жены мне вообще ничего не жалко. Абсолютно. Вот, и телефон, и iPad у него есть 2019 года. И тоже недовольна, потому что он не похож на Android, там все сложно. Вот, а себе я как-то все жмадю. Вот, ребята, он включился. Так, где у него тут? Вверх, где низ? Вот, низ, вверх. И вот такая лопата, представляете? Он больше, 6,7 дюймов, ребят, 6,7 дюймов. Офигеть. Лопата. Откладываем в сторонку. Что тут у нас дальше? Выбрать язык русский, сразу же выбрали, да, увеличенный размер. Выбрать регионы, ну, Москва, наверное, да. Где у нас есть Москва тут? А, нет, не Москва, регион, говорю, Москва, да, выбрать. Россия, где Россия-то у нас? Вот, Республика Корея, Рамда, Румыния.
А что у нас такое? А почему России нет? Украина есть, Таиланд, ребят. Румыния, Республика Корея. Остров Кука. Ха. Да, вот вам и Кипр, КНДР, Исландия, Иран, Ирак есть. А России нет, матушки-то. Ай-яй-яй, ребята, ай-яй-яй. Блин, нифига летает. А, вот, Россия, тут же уже выбран автоматически, вот парус. Новая сеть Wi-Fi. Блин, надо пароль знать. Пароль, так, сейчас, секундочку. Пароль где-то был. Аня, у нас есть пароль? Ну, серьезно, Аня. Ну, ё-моё, заставляй. Ну, Анечка, ну, что ты злишься-то? В общем, ребятухи законнектили. Ой, старость не рада. Законнектили, дальше идем. Так, условия у нас тут, мы приняли условия. Прочитал, условия приняли. Обнаружение сим-карты. Вот здесь, короче, пропустить. Можно узнать, как вставить сим-карту. Проверить, ну, пропустить. Окей, мы поняли. Проверка обновлений сразу идет. Нифига, он просто огромный. Дальше. Скопировать с устройства Android. Скопировать из облачного хранилища. По беспроводной сети. А как это? Нет, у нас такое невозможно. Я сейчас на этот телефон снимаю. Давайте скопировать из облачного хранилища Google. Проверка. Телефон, IP-адрес. Сейчас тут, чтобы никто не видел. Так, и пароль. Входим. Принимаю. Проверка. Получение информации из аккаунта. Обалдеть. Подождите. Резервная копия. Окей. Окей. Вы можете продолжать настройку устройства Shark LE. Подождите. Принимаю. Принять. Подождите. Пробки какие-то. Окей, Google. Окей, Google. Окей, Google. О. Сейчас паузу нажмем. И вот, ребята, он у нас настроился. Эта лопата у нас настроилась. Сразу настройки, предложения, Spark, Wi-Fi, Shark, Space, состояние защиты. Вот так выглядит. У нас Black Shark 3. Также у нас вот так выглядит камера. Отмена лов, да. Широкоугольный формат. Ну, я не сказал бы, что очень... Ну, камера как камера. Да, сверхширокоугольный. Так, вот такие вот, ребят, дела. Видео. Видео в таком обычном формате, подальше. Видеоклип замедления есть. Что-то замедление прям вообще очень близко. В общем, все тут надо разбираться. Камера, шмамера. И, не трогай, Таня, не трогай. И вот, ребята, AliExpress, очистка, Коуп, Киви, еще куча приложений, да? Ну что ж, первым делом, конечно же, восстановление всех приложений из Гугла будет. Мифиты, Шмиты, все будет, ребят. Да слезай-то отсюда, Таня. Все, вот так вот, ребята, Black Shark 3. Не знаю, как тут музыку проверить. Громко играет, нет? Принь. Принь-принь-принь-принь-принь. Контакты, диктофон, калькулятор. Запись экрана есть, что немаловажно, да? Вот, у нас есть запись экрана. Да, и кнопка. Где у нас кнопка? Оп, активировали. И сразу тут у нас... Вау, Black Shark 3. Откройте удивительный мир игр. 1000 конфигураций. Ввести сейчас, разрешать. И вот так выглядит, смотрите. Асфальт 9 даже можно, наверное, играть сразу. Битва байкеров, игра Modern Combat, Нова, Наследие. Интересно, она тут есть? Вроде бы есть, смотрите. Или это у нас получается... Да, обучение, смотрите. Конечно, по-английскому почему-то все. Да, мы поняли. Обучает. Наследие выполняет распаковку необходимых ресурсов. Не закрывать, не сворачивать приложение. Очуметь. Ну, пока...
В общем, уже можно, ребята, играть в новую. А также еще можно выйти из игры. Танюш, шуруй. И зайти в другую. Асфальт, например, да? Обалдеть. Еще есть настройки, смотрите. Настройки всякие разные. По производительности. Но они почему-то на английском языке. Так. А в этой версии нету стикеров вот этих вот. Это не про версия, а в про версии есть. А в этой нет. Я считаю, что было бы удобно, конечно, играть бы сразу. Тут рулишь, а тут стреляешь. Но понимаете, надо держать телефон и рулить. А играть и сразу нажимать как-то, вы знаете, ну нет такого. Ну, может, привыкать надо, не знаю. В общем, асфальт у нас включается. А я кулер попытаюсь сзади навесить. Асфальт предлагает обновиться, представляете? А это кулер. Давай сначала соединим проводок с проводком. А как мы соединим проводок с проводком? Вот интересно, ребят. Я не знаю, кулер заряжать надо или как? Тут надо проводочек с этим соединять. Сейчас проверю. Пусть обновляется, сейчас проверю, как это у нас действует. Ой. Да, ребят, кулер заработал. Но кулер работает от розетки, понимаете? В чем прикол? Этот кулер работает, ребят, от розетки. То есть вот я его включил в розетку, нажал кнопочку, и он начал крутиться. Это, конечно, очень печально на самом деле. Просто жесть. Печально. Надо искать какую-то замену. Как-то подключать кулер к телефону, что ли, или что-то, я не знаю. Но это сидеть к розетке, ну, в принципе, в домашних условиях, может, такая штука и нужна будет, но как-то сомнительно. Я не стал бы, ребят, заказывать с кулером, не заказывайте. Хотя, или просто узнайте, что почем, как это вообще. Что там? Надо аккумулятор тебе заряжать, Таня. Танечка, аккумулятор заряжать надо. Да. Одеваешь его сюда. Вот. Одеваешь его сюда, он становится еще, ребят, тяжелее. Не трогай. И как бы еще, ребят, его не уронить. 20%, 2 гига асфальт обновляется. Ну пусть он обновляется. Поворачивается? Нет, он у нас не поворачивается. Ну, в общем, асфальт обновляется. VR-очки есть вроде бы, да? Нет сим-карты. Режим наблюдателя выключен. А, режим наблюдателя. Все, понял. Обновление. Ну, в принципе, шикарно. Выходим отсюда из режима. Перещелкнули. И все, в обратный режим обычный телефон. Я также думаю, что, наверное, и в этом телефоне можно играть. Нажимаешь игру, байкер. Требуется разрешение. Игра запрашивает разрешить. Да, и можно играть. Можно играть, как на обычном телефоне. Без включения, пожалуйста. Принял, сменил. И пошел воевать. Аккумулятор у нас 57% зарядки. И все перекидываются, 11 из 40 уже перекинулись сюда. И все перекидываются, то, что у меня были приложения из Xiaomi Mi 5. Сейчас и ведется на него съемка. Ну, потом придется почистить, удалить некоторые. С кулером, в общем, вот такая вот лабуда вышла. Не очень советую с кулером, да? Ну, я думаю, попробуем еще стримить. Надо еще подключать его к телевизору. Но это лопата, я вам хочу сказать. Это жесть, ребят, это жесть, это лопата. Я не знаю, с чем сравнить, я тут мечи накидал. Вот туалетная бумага, рулон туалетной бумаги. Это почти два рулона туалетной бумаги, ребят. Можете рулонную бумагу взять, у себя вот так прислонить, да, на руке, и узнать, что такое лопата. И вот, почти в толщину туалетной бумаги. Он даже, боюсь представить, ёло-мотал, ребят, посмотрите, он больше пауэрбэнка. Или одинаково, одинаково с ним, посмотрите. Офигеть просто. Лопатище. Ну, давайте эту лопату спрячем. Спрячем в чехол. И вот здесь он уже выглядит, ребят, уже неплохо. Это он блокируется, тут кнопка. Наверное, я перепутал. Да, ребят, я перепутал. Ну, как обычно, братуха. Тормоз, да. Такое бывает. Офигеть. Вот теперь точно. И он, наверное, перезагружается, я нажал. Для наушников есть 3,5 мм джек. Также еще горит у него подсветка. Очень красиво. В плане, все будут знать, что у тебя был шаг третий. У меня не стоит в нем никакой сейчас защиты. Можно сразу заходить.
и юзать. Но он большой, я его, представьте, я его перебираю в руках, чтобы дотянуться до кнопки выключения. Ой, ребята, спасибо большое Артуру, спасибо большое Евгению и другим пацанам, которые тоже заказывают у меня песни и финансово помогают братухе получать вот такие вот плюхи. Приятные сердцу, приятные на руку. Камера, думаю, ничем не отличается от Xiaomi Mi 5. Ничего, естественно, в обзорах я смотрел, ничего интересного там нет. У Mi 9 камера лучше. Вот, а выглядит, конечно, он смачно. 5G, но тут 5G у нас не ловит в России. Огромный, огромный, просто лопата. Нечего больше сказать. Вот это лабуда. Это от Black Shark, наверное, второго. От Black Shark второго. Надо какой-то, знаете, переходник microUSB на microUSB и попробовать его питать отсюда, потому что, ну что, мне с розеткой все время ходить. Да, печально. На этом, ребята, все. Вот такой бардак-хаус. Опять надо глотнуть. Спасибо вам большое. Распаковка Black Shark 3. Самое, что не наесть, это... Его включаешь, посмотрите. Блин, даже не знаешь, где кнопку найти. Воробоц. Ха-ха, воробоц, ребят. Пиксоникс, смотрите. Обалдеть, посмотрите, какие краски. Да, я согласен. Экран у него максимально светит ярко. Просто жуть. Надо сделать тише. Я еще не привык к такому быстрому реагированию. Google Play надо установить. Обновляет. Но она так долго будет обновлять все программы. Более 1 миллиарда скачиваний в Google Play. Я уж подумал, воробот скачивания. Ай, да. Ну вот у нас игра. Звука нет. А вот звук. Динамики два. Один отсюда орет, другой отсюда. Да, два динамика, я послушал. Да, ребят, будем пробовать, будем тестить. Шикарно. Что ж, спасибо вам большое, ребятухи. Большое вам спасибо. Google Play будет на очереди качаться. Сейчас еще кое-что хочу проверить. Режим. Так, стоп. Опа, переключили. Уу! И тут асфальт у нас, да? Воробоц появилась, вот она. Берешь отсюда и запускаешь, все. Поперло. Но смотрите, сразу почему-то круглые края, видите? Круглые края, съедена кнопка. Тут никнейм съеден. Такие полукруглые края. Ну, в принципе, и круто. Можно играть сразу, автоматически, быстро включилось. Выход из режима. Но я что-то вот сомневаюсь, надо, наверное, закрыть. Все, очищено 385. А внутрь я не полезу, сколько там графы, да? Вот, сейчас я ее включил. Уже на этом режиме. Игровом. Да, круто. Спасибо всем, ребята. С вами Братуха и Игровой Робот. Спасибо большое.